В Ивановской области начал работу федеральный проект «Ты предприниматель». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Те, у кого уже есть конкретные бизнес-проекты, и школьники, которые только еще примеряют на себя будущее дело. Участники программы смогут посетить большое количество образовательных мероприятий. Высококвалифицированные специалисты помогут приобрести необходимые навыки ведения бизнеса. На финансирование данных занятий из федерального бюджета выделено 3 миллиона рублей. Никакого стартового капитала или других средств для участников программы не предусмотрено. Итак, чтобы сделать первый шаг навстречу собственному бизнесу, нужно зарегистрироваться на сайте MOLPRED37. Проект будет носить заявительный характер. По нашим расчетам, более 1000 человек примет участие в первом этапе, который называется анкетирование, от которого уже пойдет дальнейшая работа, соответственно, с самыми перспективными и с теми ребятами, которые покажут наибольшую заинтересованность к ведению предпринимательской деятельности.